Ну что, мы наконец-то выбрались, чтобы писать видео, и в Берлине уже практически карантин. На улице очень мало, по крайней мере, очень мало для такой хорошей весенней погоды. На работу попросили по возможности ходить, но не обязательно. Дети наших соседей гуляют на балконе у нас, как живущих на самом нижнем этаже, вариантов нету, поэтому мы тусим в песочнице. Сейчас мы вышли быстренько ознакомиться с ситуацией вокруг, записать это замечательное видео, дальше возвращаемся обратно и будем там бояться. Не помню, говорил ли я про продукты, но про продукты в магазинах в пятницу в принципе были. Мы вчера, точнее в пятницу, мы ничего не купили на 40 евро, а в субботу мы ничего не купили опять на 40 евро. У нас, в принципе, полный холодильник, волноваться не за что. Всю неделю мы можем держаться. Держимся из последних сил. Я надеюсь, видео через неделю будет еще более оптимистичное. Мы будем еще сильнее держаться из последних сил. Будем записывать видео, сидеть дома и, надеюсь, работать, а также гулять с детьми, и погода будет прекрасная. Быть томным, в конце марта в Берлине выпал снег. То ли еще будет, вертолеты прилетали уже, снег выпал. Сейчас слепим снеговика, и жизнь наладится.